В гостях у сказки. В столице Чувашии продолжается фестиваль немецкого языка и культуры. На этот раз школьники и студенты показывали театральные миниатюры по народным сказкам. «Белоснежка» и «Семь гномов», «Золотой гусь», «Бременские музыканты». Сказки немецких писателей братьев Гримм известны во всем мире. Их знает и читает чуть ли не каждый ребенок. Вильгельм и Якоб написали такое количество историй, что участникам было из чего выбрать. Конкурс посвящен году театра в России. Театр – это особый мир, это большой мир. И сегодняшнее мероприятие – это ощущение праздника, радости, некого волшебства. 9 А из Новочебоксарской школы номер 5 показал одну из самых известных сказок «Белоснежка и семь гномов». Юным актерам нужно было не только вжиться в роль своих персонажей, но и говорить на немецком языке. Сложно выступать на сцене, не зная языка, ведь если произойдет какой-то казус, ты не сможешь как-то себя поправить, как-то симпровизировать. Мне очень хочется выучить этот язык, ведь он действительно очень интересный и очень красивый. Полине Коптеловой обычно достаются яркие персонажи со сложным характером. И на этот раз она играла далеко не ангела, а злую королеву. Она очень злая. Она хочет быть лучше всех, красивее всех, чтобы все доставалось ей. И я всегда играю такие роли. Мне больше нравятся яркие персонажи с интересными характерами. Это очень интересно их играть. Мы очень волновались перед этим, но думаю, все прошло хорошо. В итоге Новочебоксарская 5-я школа стала серебряным призером конкурса. Первое же место поделили между собой сразу два коллектива. Студенты факультета иностранных языков ЧГУ имени Ульянова и воспитанники Шамуршинской средней школы. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.